Let's play on pilots and show you. We'll see you next time. Peace. Пипец, у меня телефон горячий, горячий. А теперь скажите спасибо трансляции. Чи-чи, мой мать. Так, блин, просто мама же. У меня вообще денег не было. А у меня денег нет на карточке, извиняйте, парень. Бананов не завозили. Ну, зависит с нами завтра, пожалуйста. Сейчас не выйдешь так, на кофту одевайся. Да сунь этот аккумулятор к себе. Не-не, это я есть. Главное не помереть, пока выходишь. Ай. Слушай, мы пока соберем одежду, я состарюсь. Да. Мне стукнет 60. О, если тебе стукнет 60, лучше, то у меня тут прах останется. За тебя 60 там стукнет. Ну ладно, 40. Великолепно, шикарно. Я хочу Соню найти, понимаешь, Соню? Ну, так ты позвони. Так, я, понимаешь, Соня идет откуда-то отсюда, я буду ждать Соню. Мне кажется, там тоже есть. А, ну они оставили все равно в гардеробе, пойдем. Что? А, прикинь, они сейчас, короче, там торчат, которые вот... в этом. Они были на стойке, у них сейчас там одна раздевалка, типа. Тут же у нас отдельная на сектора раздевалка. Ага. Вот, а у них там торчат, их там так много. Стоять. Подожди, мы идем сюда. Так. Сегодняшняя программа, полная дискография, автограф, подарок, 1000 рублей. Последние папочка, диски. Мамочка, просто мы... И прямо автограф оригинальный. Да, оригинальные автографы. Фотография к диску в подарок. Я полная просто повешу это на стенку. Я повешу это на стенку. Все, пошли. Понимаешь? Где? Спасибо, папочка, ты лучший. Папочка, спасибо. Я тебя очень просто люблю. Я тебя... отвечать на твои смс. Я обожаю тебя, папочка. Просто. Да? Я буду фотографировать Варюху, когда попробую. Да, я смотрела, это их автографы. Я смотрела вчера. На рисунке они расписались в Москве. Вот это их автографы. Ну, это, наверное, они просто... они подписывали вчера вечером в Москве. Mm-hmm. Они все подписывали. Ну, стой, тут, наверное, я буду в очереди стоять. Что там? Просто... подписывали. Я говорю, Стань, вот здесь не толпу, не иди. Вот, пройди вот туда. Куда туда?
Ну, я сейчас получу вещи и уйду. Так давай мне эти листики всякие. А. В смысле, они типа на фотографии подписаны или вообще не шарят? Да фиг его знает. А что мне с этим? Куда мне его сувать-то? Диск-то? Ну, да, можем сейчас машину его поставить, послушать. Мне нравится эта идея. А что там три песни были? Blur Face. Почему написано Blueface, Whistle, Regen at Best и 21 Pilots, а это их альбом? Чё за бред? Просто мне захотелось. Я понимаю. Что у меня есть классная футболка. И браслетик. И три значка. И фотография.